Друзья, приветствую, меня зовут Дмитрий Козин, и я хочу сообщить вам пренеприятнейшую новость. Я пригласил вас, господа, чтобы сообщить вам пренеприятное известие. Для всех почитателей великого полководца, отца всех народов, как там его? Обскочи! По мнению Валерия Соловья, кто не знает, посмотрите. Я отвечу сперва на несколько вопросов, которые постоянно повторяются. Здоровье Владимира Владимировича. Путину осталось немного. И это немного измеряется уже не просто годами, а измеряется буквально несколькими месяцами. Судьба! Так вот, касающееся здоровья Владимира Владимировича, все остается ровно так же, как я говорил на протяжении всего прошлого года. Есть очень серьезные проблемы, чрезвычайно серьезные. И это должны знать все. Эти проблемы ограничивают возможность пребывания Владимира Владимировича на президентском посту и возможность выполнения им публичных президентских обязанностей. И те, кто в этом зале с именем Путина пришел. Если вам кажется, что он выглядит хорошо. Прожили 2000 лет, никого моложе нет нашего Хасана. Что, я вам посоветую посмотреть официальную хронику в январе. В январе этого года у него было в 4,5 раза меньше встреч и мероприятий, чем в январе прошлого года. Не надо поддаваться на картинку. Не надо. Счет идет. Это не моя оценка, еще раз подчеркну. Это не оценка генерала СВР. Это информация, которую оперируют крупнейшие мировые разведки. По их мнению, счет идет на месяцы. Необыкновенно. Просто необыкновенно. Необыкновенно. Еще раз повторю, не на десятилетия, не на годы, счет идет на месяцы. В этом смысле ровно ничего не изменилось с тех пор, как я стал об этом говорить. О чем это говорит? О том, что скоро не будет России? Ведь, как сказал один известный думский спикер, нет Путина, нет России. Не нефть и газ наше преимущество, как вы видите. И нефть и газ могут падать в цене. Наше преимущество Путин, и мы его должны защитить. Спасибо. Браво, браво. Ну что вы, браво. Россия это Путин. Потому что сегодня Путин воспринимается другими государствами как человек, эффективно решающий задачи, и человек, способный нашу страну сделать сильнее. Давайте это признаем. Браво, браво. Ну что вы, браво. Всем нам я советую больше думать о том, как реализовать свой шанс, когда в России начнется сумятица и хаос. Потому что они неизбежны при попытках транзита, при попытках передачи власти. Вот такое обстоятельство. Что вы думаете по этому поводу? Высказывайтесь. Ставьте, естественно, лайки и дизлайки. Комментируйте. Ну и подписывайтесь на мой канал. До новых встреч, друзья. Вашего меня. Зачем же, Антон Анатольевич? Чего же? It's my life.